Тем временем в освобожденные районы иракского Мосула возвращаются мирные жители. По последней информации, речь идет о 120 тысячах человек. Это примерно пятая часть от общего количества покинувших город во время боев. Об этом сообщил специальный представитель генсекретаря ООН в Ираке Ян Кубиш. По его словам, в подконтрольных ТГИЛ-кварталах все еще остаются не менее 200 тысяч иракцев. Они испытывают острую нехватку еды и воды. Однако спецпредставитель уверен, освобождение Мосула неизбежно, и это произойдет уже в ближайшем будущем. Напомню, мегаполис перешел под контроль ТГИЛ в июне 2014-го. Операция по его освобождению началась прошлой осенью. Военным удалось выбить радикалов из восточных кварталов города. Сейчас продолжаются бои за западные районы.